mal das Fleisch. Und wenn man jetzt so sieht, was da alles drin ist und wenn man das von denen hört, dann muss ich wirklich schon mal schlucken. Morgen stehen die Greenpeace-Aktivisten mit ihrem Plastikkotelett in Regensburg. В Германии ураган обрушился на детский палаточный лагерь. Ребенок погиб, еще четверо пострадали, один в критическом состоянии. Произошла трагедия в окрестностях города Рикенбах. Группа из двух десятков школьников в сопровождении воспитателей разбили лагерь на природе. Ночью началась буря с грозой, в дерево ударила молния, оно рухнуло на одну из палаток, где в тот момент спали дети.